Ты предупреждай, когда ты снимаешь. Ребят, вот все спрашивают, вот ради чего я работаю на этом проекте? Честно, тупо для кайфа. Не верите? Это True Backstage. Мы начинаем. Кто, придумал эту фишку? Теперь собирай ее. Я тебя что, Мишель Андраде, что меня сзади снимает? Чего только для вас не сделаю. Ради вас. Это все для тебя. Здравствуйте, я Артем Гагарин, спонсор нашего показа «Миллениум». «Миллениум». Так вот, какие сегодня будут... Подожди секунду, тут есть фишка, знаешь что? Смотри, это вот просто, смотри. Вот крикни так. Он не работает, вот тут петля. Ну что, наш новый ведущий бэкстейджа, Макс у нас тут лежал, да? И здравствуйте, я Артем Гагарин. Гагарин Артем. Ну, сейчас громко было. Так, да. Там люди сидят. Спонсор нашего показа «Миллениум». Нормально. Вот, едим шоколад и темнеем каждый день. Мы подойдем к Максиму Ежову, который за 7 эфиров уже посветлел. Максим. Да, да. Как так получилось, объясни. Вообще считаю, что проект говно полное вообще. Это же Максим Ежов. Да. А вот вообще, а партнерша у меня какая ужасная, это просто кошмар. Она здоровая? Так, так сразу. Все, спокойно. С ней так неудобно танцевать. Ну, ладно, ладно, понятно. Это все из-за той шутки, которая была на прошлом трубах стоит. Что это за мужик рядом с тобой? С усами такой страшный. Всегда есть человек, который испортит фотографию. А ты хоть одну без меня сделаешь? Хорошо. Там офигенно. Мне, кстати, понравился номер, реально офигенно. Да мне он тоже понравился. А это ты изнутри трусил этот вагон? А он, мы же не разломали его. А чем вы там занимались? А видно было, как он трясся? Конечно, я понял, чем вы там занимались. Тем, чем Яма вам говорил на прошлый раз. Помним, помним. Чая! Чуть-чуть помогу. Убери руки, Гагарин. Извини, пожалуйста, ладно. Я помочь хотел. Юраври. Только в исполнении Мишельки будет лучше. Кто смотрит этот блог? Гагарина. Кто его может смотреть? Гагарин! Я снимаю твой блог вместо тебя. Вот почему ты такой вот? Я вот снимаю, я делаю его работу. По-дружески. В смысле? То есть моя работа сидеть на баре, когда все ушли и бухать? Слили, чтобы вот это... Я вообще добрал интервью у бармена. Очень интересно. Прям вообще. О, рейтинги разорвет. Барик наш. Если я выполню номинацию, я бы завтра так херячу. Ты сейчас неплохо херячишь. Кстати, ты знаешь, что я тот человек, который смотрит каждый твой... Этот как его, я не знаю, как он... Трубэкстейдж, ребят, трубэкстейдж. Ребят, смотрите, пожалуйста, здесь все самое интересное, самое классное. Как минимум, что здесь есть я. Макс Ежов. Это был... волшебный трубэкстейдж.